О, боже, что у меня с головой? Так ладно. И всем здорово, но с вами я, Чтокс, и сегодня я поиграю в карту «Одна ночь с Фрэнкисом». Давайте начинать. Как вы поняли, это хоррор-игра, и вот, в принципе, тут все. Ultimate Challenge. Надеюсь, я справлюсь. Потому что одна ночь — это самая, по идее, седьмая ночь в любом ФНАФе. Итак, давайте сейчас загрузку и... Так, давайте молоко выпьем сначала. Так, все, зашибись. Так, тут у нас проход и тут у нас дофига кнопок и рычагов. Давайте сначала все по порядку. Эту кнопку, а речардинг, а ладно, пусть будет. Так, это что за кнопка? А, это, видимо, камера, и тут у нас, видимо, три камеры. Давайте первую посмотрим. А, и где я? Боже, ничего не видно. О, боже, что меня там ждет? Это что за фиолетовый человек? Так, ну, как минимум, у нас уже двое аниматроников будет нас стараться поедать. Так, тут у нас никого нету. Так, и последняя камера. Так, и что там? О боже, раз, ой-ой-ой, два и три. Уф, пять аниматроников, видимо, нас ждет выживать, это хорошо. Давайте, значит, повыживаем. Так, это что у нас? А это что? Может, это у нас... А, это типа канализация? Ой, ёкарный бабай. Будет сложно, но хорошо, что у нас тут нету зарядки. Так, это у нас что? А, что? Хорошо, а это у нас? А, это у нас закрывание дверей, как я понял. Зачем нужна эта кнопка? Или... Опа-на! Кто-то? Это... Не, что-то свет, но, видимо, нет. Тогда зачем нам нужна эта кнопка? Я не знаю, ну ладно. Так, хорошо, сейчас надо... ждать. Так, тут у нас еще кто-то может заспавниться. Love power. Ой-ой. Все. А ну, что я сделаю? Что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? О боже, какой он криповый все-таки. Все, уходи. Так, и что? А что он не убегает? Так, мне это чуть не нравится. Ладно, пусть будет, а может... Рассветить. Так, мне не нравится, что он все время тут, а 1 час ночи, хорошо, выживаем. А. В смысле? Тут все-таки есть электричество? Вот это трындец. Так, я уже так немного повыжал, я уже понял, как от них избавляться. Для этого нам нужна вот эта кнопочка, и так... Вот у нас уже один. Если на всякий случай все время нажимаю на блоки, потому что я не вижу их. Там кто-то, кто может ко мне забраться. Так, ну давай, проходи ко мне, давай. Жду готов ко всему. Так, лучше на все нажимай. Камеру я не пользую, потому что, по-моему, это самое бесполезное в Майнкрафт пародиях. Так, он еще не приходит. Что-то мне нравится его бездействие. Если честно. Так, ладно, хорошо. Пока что 1 час ночи. Выживем, живем. Во все нажимаем. Ну и что он? Давай же, уходи. Ладно. Давайте, значит, не обращай на него внимания, а просто дальше выживать. Так, все, пошел. Давайте. Так. Пользуемся. Так. И вроде бы сейчас так вот. Сейчас надо. Еще раз. И как-то так делать. Ну как я понял. Надо нажимать эту кнопку. Нажимаем. Еще раз.
Не, вообще никак. Так я кого-то слышу вообще везде. Почему он не уходит? Как его дефать? А, боже, мне показалось, что мне голос засменили. Уходи, Фредди, или как там его зовут? Ну-ну-ну-ну. Сейчас электричество все сломаю, все как и будет. Так. В смысле? Ёкарный бабай, уходи, пожалуйста. А что, он не выходит так хорошо? Справлюсь. Как с ним дефаться? Боже мой, господи. Или, может, а где камера? Боже мой. Давайте на него смотреть, может. Надо на него смотреть. Еще второй приходит, а кто? Это марионетка какая-то. Боже, тут еще один кто-то, ёкарный бабай. А, может быть, тут еще одна кнопка есть. Нет, нету. Прям страшно на рычаг нажимать. Ну, уходите, боже. Не хочу, не хочу, боже мой. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Хорошо. А чё, может, не забаговались, тогда это мне на пользу идет. У меня вопрос, почему так время долго идет? Не хочу. Чтобы так долго время шло. Так, ну пока что никого нигде нету. Я не... Что, все? Он ушел, боже, он наконец-то ушел. Я не знаю, что я сделал, но... Это еще кто? Боже мой, это эндоскелет, это марионетка, еще кто-то. Ай-яй-яй, стой, 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 боже мой. Вот это я тоже не хотел бы. Боже, как страшно, если честно. На себя что смотрят. Че, он ушел? Да, он ушел. Так. Лофт-повар. Че, 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 че? Сюда. Так вот. Хорошо. Живем. 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 Все чекаем. Живем. Так, ко мне. Кто ты такой вообще? Блин, это, наверное, как Голден Фредди. Но я, чтобы убрать Голден Фредди, надо на него либо не смотреть, либо камеру взять. У меня-то нету камеры, ёкарный бабай. Так. Надо канализацию все чекать и нажимайте две кнопки. Такой геймплей, так один уже ушел, отлично. Так, Эннард, я хз, как его устранять? Тут у нас еще какая-то тень есть. Так, чекаем канализацию. Ну, дальше нажимаем на две кнопки. Я вроде пока что справляемся. У меня вопрос, а что так время долго идет? У нас еще первый час идет, и, блин, это, если честно, немного напрягает. Если эта ночь будет длиться целый час. Боже мой, не дай бог. Да, хорошо. Справляемся, справляемся. У меня еще вопрос, почему не гость стекло там, а? Так, главное еще канализации чекать, то не чекаю, все, ГГ мне. Так, у нас Эннер почему-то повернулся. У нас там еще кто-то есть, а нет, все, обратно ко мне. Просто не знаю, кто в руку, но мирно я его закрываю. Так, ну ладно. Так вот, нам вот вернулся вот этот Джесси, или как там его, я уже забыл. Так, сейчас надо сделать нашу тактику галактику, чтобы от него избавиться. Так, надо еще канализации чекать. То есть вентиляции, боже мой, я все время говорил канализация. Трандец. Так, я хз, может, мне забаговалась игра. Или что-то не так. Боже, у меня уже все собрались просто. Раз, два, три, четыре. Пауэр, так, 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 не надо забывать, нам надо напоминать в чате. Так, хорошо. Делаем наш пауэр. Так, хорошо. Главное, чтобы еще кто-то в канализации не лез. Игра общую. Все соберу я, всю семейку. Так, может, просто час забаговался, так время идет. Сейчас, наверное, пятый час. Ну, либо шестой.
Так, хорошо. Кто? Опа-на. Так. Что-то по типу чики у нас тут было. Блин, ребят, если честно, я уже хазаю, мне как-то уже надоело на две, три кнопки нажимать. Считать рычагов еще. Потому что, блин, время идет просто, будто бы я в ловушке времени оказался. Ну, дальше можете смотреть, как я пытаюсь пройти эту карту, нажимаю только на две кнопки и на один рычаг. Я серьезно не знаю, почему я не мог продвинуться дальше, просто игра застопорилась на одном часу, это все. Главное, что мобы все-таки, ну, приходили, не были на одном месте, хотя это сложно сказать, потому что я все пробовал от мобов, я хз, как я забавлялся, просто нажимал на две кнопки. Ну, и даже если честно, был у меня такие мысли, что эта игра, можно сказать, карта, прям делала это специально, чтобы ты просто в нее играл как бешеный. Просто не знал, что такое реальный мир, а просто притягивал тебя. Так, все, вы сами видите, как я долго с ними просто играюсь, просто они меня манят, чтобы я эту карту, видимо, не прошел, но... Блин, я тут не хочу реально 6 часов оставаться, так что добро пожаловать в мой офис. Все, давайте просто ждать. Я готов. Не готов, давайте обратно. Да ладно, шучу. Просто даже не все знаю, я просто нажимаю две кнопки, и это весь геймплей. Ну давай. Я готов, я весь ваш. О, ушел. Давай. Чё все нач... Камера появилась. Давайте это, вот так и умрём. Смотря в камеру. Давайте вторая там... А не, вторая скучная. Вот у нас этот чел. О, это синий чел. Буни. Как я понял. Так, давайте. Первая камера вот прям... Норм. Вот что за такой чили пизрик? Так я не понял. Так, хорошо. А это рисик. Опа-на. Вот восклицательный знак. И все это, видимо, ГГ. Ну, в принципе... Я даже не знаю, от кого я погиб. Ну, ладно. В принципе, я не так уж и обижен. Потому что, блин... Это было невозможно. Еще у меня с камерой... Ага, баганая игра! Ну, а с такой невидимой, с невидимым скином я буду прощаться. Напишите в комментариях, могли бы ли вы спросить эту карту, но мне просто не хватит терпения. Ну, а с вами был я, Джокс, всем удачи и всем пока.